Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Петрус ван Шендель. Голландско-бельгийский жанровый художник в стиле романтизма. Специализировался на ночных сценах, освещенных лампами или свечами, за что получил прозвище «Господин Канделяб». Родился 21 апреля 1806 года. По совету друга семьи, отставного армейского офицера, отец отправил его учиться в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Обучался там с 1822 по 1828 год у художника исторического жанра Матеуса Игнациуса ван Бре и по окончании получил золотую медаль за картину «Перспектива». Получил известность как портретист. Был постоянным участником выставки живых мастеров и различных трехгодичных салонов в Антверпене, Брюсселе и Генте. В 1834 году был назначен членом Королевской академии изящных искусств в Амстердаме. В 1845 он поселился в Брюсселе. У него была своя студия. Завоевал несколько медалей на выставках в Париже и Лондоне в конце 1840-х годов. Некоторые из его работ были куплены королем Леопольдом I. Он также опубликовал учебные труды, посвященные перспективе и выражению лица. Писал библейские сюжеты, пейзажи в лунном свете, а также жанровые произведения и традиционные портреты. Многие из его произведений были выполнены также в китайском стиле живописью тушью гохуа и в виде гравюр. В 1869 году он создал несколько экспериментальных картин, освещенных электрическими дуговыми лампами. Помимо искусства, он интересовался механикой паровых двигателей и в 1841 году запатентовал прибор для улучшения лопастей пароходов. Также разработал предложение по улучшению поперечной устойчивости вагонов и восстановлению торфяников в Декемпене. Был женат 3 раза, имел 15 детей, из них 13 от первой жены, Елизаветы, которая умерла в 1850 году. Сам он умер 28 декабря 1870 года в возрасте 64 лет. Пока-пока, до свидания. Так вкратце из переводной Википедии о голландско-бельгийском жанровом художнике Петрус ван Шендель. Пока, до свидания.